Да ладно, пройдем, что там, блин, фигня. Тут далеко, тут 100 метров, наверное. Блять, нам надо будет перейти аж к заводу, через завод Медведева и вылезти, где фонтан. По идее так. Какой фонтан? Да, вот тот, который стоит напротив Атласа. Самолет стоял раньше. Да. Минус 17. Да, засратый весь, да. Я помню, в кинотеатр ездил, варил с батей там смотреть этого танцора Джимми, там, танцор диска, да. Батя тут по делам варил, а меня в кино. И вот там, да, стоял обосранный самолет. Я там мелкий залез. Я не попал, прикинь, уже туда все. Уже никто не заходил. Просто вонище забыл. Бля, Слава, а что за скоты из него туалет сделал? Бля, мужики бухали, да посрали. Ну это пиздец, взять, загадить самолет. Мужики бухали, жены посрали. На самолете, на ботанике, там это. Че? Вот этот сделан, постамент вот этот. Ну да. Дюралевый. Там бомжи от этого. Отодрали. И жили там под самолетом. Миг 5, Миг 15. Таблетки от головной боли, Миг. Миг 21, крутой. Как там таблетки в фильме назывались? Роганин или еще какой? Рогагач. Да. Роганин и Рогагач, короче. Две модификации наисильнейшего наркотика, который изобрел доктор Роганов. Роганин. И Славику давал эти гипнолампы. Ну вот, наконец-то мы нашли адскую штольню. Еще одну адскую штольню, блин. Давай. Держи сначала фонарь, сейчас Славик запечатлит. Одевай вот эту штуку на руку. Не с этой стороны. Вот так. Все, у тебя там все включено. Да. Вот, интерьер. Ого, ни хрена себе. Вот это круто. Слушай, прикольно. А что там внизу? Там дверь, он еще куда-то ведет. Или она просто открыта с той стороны? Нихуя себе. Вот это крутую мы вещь нашли. Вот на, выключи. Да. Вот это тема. Там дверь есть. Во, дверь в адскую штольню. Я не знаю, куда она ведет. Прыгай. Это надо туда лезть. Да я понял. Или вот тут вход есть сбоку? Нет, там собака, но ее да нахер. Да собака там, а ее нет. Прыгай. Сейчас, ну ты отойди, мне тут. О, опа. Есть там дверь, да? Да, но она закрыта. А, блядь, видишь. Понятно. Славика снайпер снял. Уходим, Слава, я прикрою.